Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись тесней! Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно с железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. Хорошие и важные слова, что особенно интересно, написаны они были в 1870 году. По-прежнему все очень актуально. Михаил Маркелов прочитал стихотворение Федора Тютчева «Два единства» в рамках проекта «Классика. Мы» Министерства культуры и Первого.